Привет-привет, доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 16 июля, 5 часов 22 минуты утра. На данное время у нас воздушная тревога, ее включили в 4 часа 14 минут утра. Ну, пока мисс отбой ждем, пока нет. За вчерашний день и ночь у нас было 7 воздушных тревог. Ну, вместе с этой. А так у нас все нормально. Свет, газ, вода, связь есть. Все работает, все в режиме. Вчера уже шла ложиться спать. Где-то в 12 минут 11 ночи слышали такой сильный бах. Я не поняла, вот как-то... Или это один бах, или это два баха, вот почти сразу так бах-бах, не знаю. В новостях пока мест ничего нет, все будет намного позже. Я уже буду на работе, не знаю, что это, куда это. Но бахнуло громко. Шекелюшек, иди сюда, иди, зайка. Шекелюшек ждет на улицу, чтобы его выгуляли. У нас много в подъезде собачками живут. Люди выходят утром, выгуливают, и вот он слышит. Видать, кто-то уже повел своего питомца на прогулку. Сидит на коврике под дверью, ждет меня. А мама тут видео записывает. Так что вот такие дела. Сегодня у нас солнечный день. Программка показывает 17 градусов. Сейчас выйду с Шекелюшкой, посмотрим, насколько там прохладно. Ну и самую высшую температуру показывает плюс 29. На улице солнышко. Программка пишет: защиту нанесите на кожу. Такая программка интересная. То возьмите зонтик. Предупреждает. Ну, сегодня солнечный день. Спасибо огромное всем за комментарии. Очень было приятно почитать по поводу тортика руками. Вы же понимаете, это была шутка, никто торт руками не кушает. Но это я так, потому что торт слоился, мне так удобно, потому что ложкой было не продавить. Иногда вот блогеры, чтобы понимать, смотрят ли твое видео внимательно до конца, делают вот такие вот маленькие, как бы специальные ошибочки. И ты понимаешь, что тебя смотрят. И это настолько приятно. И участвовать в дискуссии, и слушать советы. Спасибо вам огромное. Ну, а я сегодня еду на работу. Кофе мое готов. Еще мне нужно выгулять Шекеля и смонтировать видео. Вы слышите? Отбой воздушной тревоги. Сейчас у нас 5 часов 27 минут утра. Ну и хорошо. Ну и слава Богу. И пусть ее никогда не включают. Ну а с вами, друзья, как всегда, делюсь интересным видео. Всем добрый-добрый вечер, друзья. У нас уже поздний вечер. Вечернее молочко у Артура. Остатки сладкие. А у меня чай. Индийский чай. Допиваю молоко, которое в разных пакетах. Разные стерилизации. Разного дня выпуска. Ну не будет привет, бессонная ночь, да? Это просто пастеризованное, а то ультрапастеризованное. Ничего страшного. Чего мы включились и хотим записать? Мы хотим вам показать вот эти булочки. Покажи поближе, я не дотянусь. Синнабончики. То, что мы вам рассказывали. Такая вкуснотища. Они продаются в Петрикивке. Вот мне нравится с белым. Что там?
Зрение надо вести. Семейные ценности. Еле прочитал. Мелко-мелко так написано. А вверху написано Ром. Ну, Ром. Да. Вот, Артур говорит, что это одна булочка. Да, это одна булочка. Вот, смотрите. Вот как она выглядит. Видите эту восьмерку бесконечности? Покажи. Ну вот, вот она проходит, вот и пошла дальше. Это все одна. А я думала, это две булочки. Одна булочка. Вот. Ну, она вот так берется, а так раз, и делается две булочки. Делается две полбулочки. А потом, знаете, как ее кушать? Я же даже поближе подошла. Mm. Смотрите, как она классно разворачивается, видите? Ну, еще за кадр, уйди дальше. Я же так, чтобы поместиться. И вот эта поливочка такая, вкусняшка. Глазурь просто бомбовская, вкуснючая. И тесто вкусное. Напоминает булочку за 9 копеек. Кто любит булочку за 9 копеек? Сдобные вот эти, помните? Ой, я обожала. Берешь вот эту булочку, но мне как-то края не очень нравились, я любила серединку булочки. Это как Наташа говорит про булочку за 9 копеек, я сразу вспоминаю анекдот. Еще в нашей юности был такой анекдот. Небольшая рубрика «Анекдот в студию». Это булочка за 9 копеек идет по улице, а навстречу ей толпа пирожков. Она испугалась и давай текать от них. Они за ней догоняют, и она, ну, уже вот угол, деваться некуда, уперлась, стоит такая трусь, они до нее подбежали, окружили ее, она такая стоит, что вы хотите? Один такой выходит из толпы пирожков, говорит, не бойся, они все с сыром, один я с яйцами. Я не знала этот анекдот. Вот видно, когда... Идет речь про булочку за 9 копеек, ну сразу этот анекдот вспоминает. Говорит, они все с сыром, один я с яйцами. Кто любит пирожки с яйцами, будьте аккуратны. Да, да, да. И ни в коем случае не покупайте кольца кальмара возле синагоги. Mm-hmm. Блин, а я только пальцы облизываю. Очень вкусно. Mm-hmm. Так сладенько, у меня тоже... А с молочком как кайф вообще. А с чайком? Не, молоко это вещь. Булочки вкусные. У кого есть Петрикивка, купите, попробуйте. Но мне больше нравится розовый, Наташе белый. Смотрите, вот видите, слоями. Я хотела показать. Да знаете, мне мама всегда в детстве говорила, говорю, мам, сделай мне чаю. Она всегда говорила, чай не пил, какая сила. Чай попил, вообще зачах. Так что ты имеешь в виду, сейчас я зачахну. Не, ну спать пойдем. Вкусненько. Она нежная-нежная, вообще такая воздушная-воздушная. Мы первый раз увидели... У Натальи, да, она Софийке покупала. Mm-hmm. А мы еще тогда знали о Петрикивке, что у нас рядышком, не? Уже знали? Да. А то мы сколько смотрели Натальи, у нее Петрикивка, Петрикивка, а мы вообще как-то не обращали внимания, что у нас через дорогу от АТБ Петрикивка. И такой неплохой магазин, знаете. И еще и акции на телефон. И приходят. Выбор хороший у них. Ой, а где мой тут телефон? Там акции какие-то новые ты смотрел, да, пришли на что-то? Я не смотрел. Ты говорила, я не смотрел. Колбаса королевская, я знаю, Наташа говорила. А мой телефон стоит по хорошей скидке. Сыры по хорошей скидке там сейчас. Что, принести гляну? Сейчас принесу. Неси. Как это вкусно. И ничего, что она нагрянет. Вообще ничего. Вообще ничего, две булочки. Да, всего на все. Ой, мамочки, чуть не швакнулась. Так, Петрикивка. Открываем.
До какого числа? Пропозиция дие. 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 Пропозиція діє з 3.7.23 по 16.7.23. Хорошо. Ковбаса королевская, высший сорт. Хотя должен быть высший гатунок. Ну, сорт так сорт. 138 гривен, 90 копеек, вместо 178, 90 копеек. Это килограмм? Да. Ну, извините меня, 40 гривен на... это очень ощутимо. Наталья, завітайте на нову акцію. Смачна, апетитна, свіжесенька ковбаса королівська, ціна народна. Чекаємо на вас, ваша Петриківка. І ждет далі. Ждет мене Петриківка, ждет. Да, і далі є, що це? Щоковина пряна, свиняча, вищий сорт. Это щечка получается? Да, 104 гривни 90 копеек, вместо 130. Далее масло селянское, ДСТУ 73%, 180 грамм, 49,90, вместо 57,90. Ну, как-то 72 мы не покупаем, мы 80, сколько? 82. А тут 70? 73. Ну, в принципе, вот, остальное не открывается. Нет, даже нету. А вот это вот выше. Это до которого акция. Это старая. Она же акция. Это было до 2.7. Закончилось. Ну тогда все. Так что, у кого есть рядом Петриківочка? Колбаска, масло и щека. Не, сыры, колбасы, хлеб, молоко, у них все есть. Яйца. Гречаники. У них даже есть торты. Да? Да. Хлеб. Вот у нас хорошая Петриківка, и девочки хорошие. И приходишь они сразу тра-та-та-та-та. Кстати, там лаваши очень вкусные, мягкие. Угу. Вот где мы только не пробовали, самое понравилось больше, это в Петриківке. Так, Петриківка, мы вам рекламу делаем, и а вы даже не знаете. Причем. Скидку нам. Не, нас никто не смотрит с Петриківки, мы так шутим. Но здесь могла бы быть ихняя реклама. Угу. Очень вкусная. Вкусняшка, да? Ой, я не заметила, как я булочку съела, ем уже вторую. Надо перемотать, посмотреть, потому что я не заметила. Правда, я вторую это ем? Я вторую же ем. Ну, ты заметил, что ты вторую взяла, а да. Я нет. А может, когда я бегала за телефоном? Да, я затоптал, ага. Я перемотаю, посмотрю. Напишите ей, кто съел ее булочку. Так название напишу, кто съел булку. Запорожье, кто съел булку. Да. Синабон. Или наоборот, пропала булка. Как в анекдоте, это, опять же, небольшая рубрика «Анекдот в студию». Он старый, я, по-моему, рассказывал, но это... Пьеро выходит из комнаты и на руках Мальвину держит. И такой, пропала Мальвина! А Буратино на него смотрит, Пьеро, она же у тебя на руках, а ты ее понюхай! Сегодня черный юмор. Не, про булочку с пирожками с яйцами мне понравилось. А Мальвина это... Один из любимых анекдотов мой. Это классика. Так что всем приятного аппетита. Уже доел. И допил. Не допил. Вот теперь сейчас допью. Насвинячились на ночь, глядя. Сейчас вырубимся за 2 минуты, да? Время у нас 9:30. Ой, хорошо, я тоже вырублюсь без задних ног. А куда их положишь? Как Василен Петя, помните? Задние или передние?
Лемка. Нет, а при чем здесь почта Лемки? Ты молоко пил? Оно не прокисло. Слушай, она пастеризована. Вот что знать, не мешайте молоку разных. Или помешайте и посмотрите реакцию. Узнаете, что там почтальон Печкин. Правый, левый, что ты говорил-то? Задний или передний? А у меня не задний, да. Не передний. Это удал говорил с попугаем. А в попугаях я длиннее. Да, 38 попугаев и одно крылышко. А при чем тут почтальон Печкин? Я не знаю. Кот Матроскин в голову влез почему-то. Он же кричал, говорит, у меня, говорит, есть документы, усы, лапы, хвост. Вот почему-то вот лапы в голове крутились, и задние, и передние. В каких лапах документы? Ладно, друзья, на такой веселой ноте сегодня завершаем наше видео. Спасибо, что этот вечер были с нами, присоединились к нам на булочке Синнабон. Покупайте, пробуйте, рассказывайте. Да, нам будет очень приятно почитать. Кто не подписан, подписывайтесь. Кто подписан, пишите комментарии. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Да, я дизлайки все равно не смотрю, кто ставит. Я их не знаю, где смотреть. Поэтому ставьте все подряд. Но лучше лайки. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы у нас есть. Такие, как есть. Мира, добра, здоровья. Мы обязательно вместе с вами перевернем страничку в светлое, мирное будущее завтра. Все будет хорошо. Пока-пока. До новых встреч. Бай-бай.